Парфюм должен быть вашей визитной карточкой. Согласитесь, вы хоть раз дослышали такую фразу от окружающих. А что, если далеко не каждый хочет раскрывать тайну своего аромата? Например, Одри Хепберн аж 10 лет держала в тайне свои любимые духи. Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, я рассказываю про парфюмерию. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я продолжаю тему ароматов известных людей. Мое предыдущее видео про королевский парфюм побил просто все рекорды на моем канале. Если вы его пропустили, я оставлю ссылку на него внизу. А сегодня мы поговорим про ароматы знаменитых актрис. И, конечно, уместить абсолютно всех в один видеоролик не получится. У него будет сразу несколько частей, так что не переживайте, если по каким-то причинам я кого-то пропущу. Они будут в следующих частях, и вы в комментариях можете отметить, кого особенно вы хотите увидеть в первую очередь. Так как я уже упомянула Одри Хепберн, давайте я раскрою тайну ее аромата. А он был на самом деле от бренда Givenchy. Одри была близким другом и музой Юбера де Живанши. И в 1957 году специально для знаменитой актрисы были выпущены духи под названием Линтердит. В описании к Интердит указано, что это смелый цветочно-древесный аромат. В пирамиду входят цветы апельсина, жасмин, тубероза, пачули, амбраксан. Этот аромат, как вы знаете, выпускается по сей день, вы его можете встретить в магазинах, но опять же, согласно отзывам тех, кто им пользуется уже не первый год, он претерпел, конечно, некоторые изменения. Аромат выпускается в трех версиях сейчас. Есть, естественно, классика, есть еще туалетная вода и восточный фланкер. Несмотря на то, что сам аромат был создан в 50-е, Одри не разрешала разглашать и выпускать в общее пользование этот аромат. Эти духи она использовала эксклюзивно для себя, и лишь в 1964 году он уже вышел на полки магазинов. 10 лет пользоваться одним и тем же ароматом. Это просто для меня что-то невероятное. Я бы так не смогла, честно вам признаюсь. Мне очень нравится Вивьен Ли, и я не могла обойти стороной ее в самом первом выпуске этого видео, так что давайте поговорим про то, какие она любила ароматы, их было несколько. Одним из самых известных ее ароматов является Joy от Jean Patou, и на самом деле Вивьен Ли была не единственной поклонницей этого аромата в то время, но очень многие знаменитости его использовали, вы можете часто встретить именно этот аромат в различных интернет-ресурсах, но помимо Joy встречаются следующие два аромата. Один из них Belloggio от бренда Корон, а другой называется White Rose. Про White Rose в описании указано, что это чистый прозрачный аромат, но его название переводится как белая роза, что в целом ему подходит. А Belloggio указано, что это цветочный аромат, в который входит гвоздика, жасмин, фиалка, ландыш, сандал, ваниль и мускус. Элизабет Тейлор. К слову, она выпускала собственные ароматы. Парфюмерия, что выпускается под ее именем, вы можете до сих пор купить в интернет-магазинах. К сожалению, до наших массовых она не дошла, но если вам интересно и вы хотите поиграть в некую лотерею, можете попробовать их заказать. Они не так дорого стоят, это более доступная цена, чем на многие, скажем так, люкс-бренды, что у нас продаются. Если верить фрагрантике, было выпущено всего 20 ароматов. Первый был в 1988 году, а самый последний в 21-м. Так что, как вы понимаете, бренд существует по сей день, несмотря на то, что Элизабет Тейлор с нами уже больше нет, но ее детище продолжает жить, продолжает радовать покупателей. Но, как вы понимаете, если первый ее аромат был выпущен в 1988 году, чем же она пользовалась до этого? Я смогла найти информацию, что ее любимым ароматом, который она, к слову, даже Майклу Джексону подарила, был, простите за неправильное произношение, Бал-а Версалис от бренда Жан Деспрес. Говорят, что именно этот аромат она использовала во время съемок Клеопатры. Мерлин Монро. И тут, возможно, вы скажете, а зачем вообще ее сюда включать? Ведь всем давно известно, что самым главным ароматом Мэрилин всегда был Шанель номер 5. Кстати, я помню, когда несколько лет назад вышла очень красивая реклама у бренда Dior с их популярным ароматом Джадор, и там мы могли увидеть кадры с различными актрисами, в том числе там была Мэрилин Монро, которая держала как раз флакончик в руках и произносила Джадор, но на самом деле Джадором она не пользовалась.
пользовалась. А чем же она еще пользовалась, помимо «Шанель номер 5», спросите вы. Во время съемок знаменитого фильма «В джазе только девушки» говорят, что в ее номер очень активно поставлялся аромат от бренда Floris. Назывался он Rose Gardenium, и, к сожалению, сейчас он уже выпускается исключительно в виде банной коллекции, но его можно протестировать хотя бы в виде такой линейки, если вам любопытно. Композиция включает розу, герань, масло цитронеллы и сандаловое дерево. Очень много запросов было по поводу Грейс Келли. Чаще всего мы с вами можем встретить в интернете упоминание аромата от бренда Creed, который называется Florissima. Дело в том, что этот аромат был выпущен специально для ее свадьбы с князем, так что, как вы понимаете, она же должна была чем-то пользоваться до этого прекрасного торжества. И здесь я вам раскрою тайны ее ароматов. Во-первых, это был бренд Lanvin. Флакончик объемом 100 мл, если верить ценам в интернет-магазинах, можно купить за 5000 рублей, так что цена у него очень в целом достойная. 100 мл, как вы понимаете, это парфюмерная вода уже в современной версии. Но он выпускается до сих пор, вы его можете приобрести, так что это один из тех ароматов, что максимально доступен из парфюмерного гардероба Грейс Келли. Также у нее был аромат от Guerlain, который называется Шамат. И это тоже цветочно-альдегидная история, куда входят ноты роза, гиацинт, гвоздика. Вот на Guerlain уже цена все-таки кусается, поэтому, как я сказала ранее, самый доступный вариант – это Lanvin. Последний у нас будет на сегодня Софи Лорен. Она тоже не смогла обойти стороной Joy от Jean Patou. К слову, сейчас этот аромат, к сожалению, уже снят с производства, так что его можно найти только в виде либо винтажных экземпляров, либо уже на остатках у других парфюманьяков. Бренд Coty выпустил аромат, который так и назывался София. Говорят, что Софи Лорен сама принимала участие в создании этого аромата и стала первой актрисой, которая выпустила совместно с брендом свой собственный аромат. Говорят, что у нее было очень важное условие для создания этой композиции. Аромат должен был быть похож максимально на ее любимый Joy. Вышел он в свет в 1980 году. В 2007 году компания итальянских кутюрье Доменико Карацени выпустили аромат под названием Лорен. Он принадлежит группе цветочные и восточные. И в описании указано, что вы будете благоухать медом, сливами и головокружительным шлейфом белых цветов. Еще Софи Лорен принимала участие в запуске аромата от Dolce & Gabbana, который называется Dolce Rosa Excelsa. Мне не удалось найти информацию, действительно ли этот аромат сейчас является ее любимчиком, но я оставлю для вас ссылку на тот самый видеоролик, в котором она принимала участие. Что ж, давайте на этом я буду заканчивать первую часть, будет безусловно второй выпуск, и я также планирую снять, конечно, выпуски про наших советских актрис и российских актрис, так что ждите, этот контент непременно будет на канале. Большое спасибо, что провели эти минуты со мной, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я вас увижу в следующих видео, всем до встречи и пока!